«Десятки», «Спартак» против чеховских «Медведей». На трибуне Даша Самохина. И это женский взгляд на мужчину. Дарья Самохина, 25 лет, левый крайний сборной России и гандбольного клуба «Астраханочка». Матч года 2018. Вообще, мне кажется, в мужском гандболе они бросают со второго замаха. Раз, второй замах. Вот у нас тренер просит нас об этом. Мне кажется, сегодня больше болельщиков чеховских, чем спартаков. Как правильно сказать, не знаю. Или они просто более активные. Я вот даже не могу сказать о своих чувствах. Я просто пока смотрю и говорю, все. Ну вот, они уже не торопятся никуда, чеховцы. Вратарь спокойненько за мячом бегает. Даже не бегает, ходит. Куда бросать будет? Не знаю, мне кажется, по верхам. А надо было по верхам. А надо было, да, как раз руки опустил. Но тоже второй замах же был. Ты поняла, в чем разница женского и мужского гандбола? Вроде поняла. Пришли, спокойненько разыграли. А мы нет. Мы куда-то бежим. У нас суета бывает. В общем, как в жизни, да? Ну да. Женщины более суетливые. Куда идти, что делать? Да-да-да. Паника, суета. Я просто за краев себя переживаю. Как за себя прям. У тебя есть какой-нибудь, ну, вот самый красивый гандболист? Просто я внешность не оцениваю человека, в принципе. Ладно, а просто любимый гандболист, мужчина. Из мужского. Мне очень нравится игра Тимура Дибирова. Ну, чисто как игра. Мне кажется, я еще за чеховских болею, потому что все равно здесь поддерживает полный зал. Спартак. Спартак, да. Вот они переживания. Да-да-да, даже я что-то нервничать начинаю немножко. Я даже смотреть не хочу. Давай расскажешь мне, как он бросил. У меня мама всегда, когда я бросаю 7 метров, она отворачивается, а потом у папы или у сестры спрашивает. Конечно, я думала, будет немножечко полегче эмоционально. Пожелать кто-нибудь болельщикам гандбола. Болельщикам? Хочу пожелать болельщикам приходить на игры, поддерживать свои любимые команды, ну и просто любить гандбол.